Внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности состоялось в администрации городского округа Щелково. Его провел заместитель главы администрации округа Виктор Семин. На заседании подвели итоги сезонной проверки источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Щелково за 2022 год. Также обсудили необходимые меры по их дальнейшему совершенствованию и развитию. По словам Виктора Семина, лето в этом году было достаточно жарким, и возникали самые разные ситуации, когда была необходима оперативная и слаженная работа пожарных и спасателей. Уже в завершении пожароопасного периода можно сказать, что команда профессионалов успешно справилась со своей задачей и не допустила действительно серьезных последствий произошедших возгораний. Наша доблестная пожарная часть, наш гарнизон, успешно справлялся со всеми этими пожарами, и мы не допустили серьезных пожаров на территории нашего городского округа.